Сегодня в Мелитополе родственникам летчиков транспортного самолета Ил-76, сбитого боевиками 14 июня под Луганском, вручили материальную помощь, собранную неравнодушными горожанами. В течение полутора месяцев, прошедших с момента героической гибели экипажа, мелитопольцы перечисляли средства на специальный счет. Сейчас произошел еще один шаг в сторону поддержки семьям погибших, а именно выплата 81 тысячи гривен, которые были собраны на расчетном счете при городском совете неравнодушными горожанами. Как заверил семьи погибших летчиков секретарь Мелитопольского городского совета Сергей Менько, местная власть к началу учебного года выделит средства, чтобы помочь собрать детей в школу и детский сад. Кроме того, чиновники обещают содействие при оформлении государственной денежной компенсации в размере 609 тысяч гривен на каждого погибшего.